Ага. О. Аж собака проснулась. Ну еще бы так орать-то. Все, можно идти, да? А собака может, не спит? Может, у собаки там табак взорвать? Ну так, напакостить. У нее запах отобьет. И чего? Ну она... чуйка сломается. Упс. Эй, ты чё, дурак? That won't break so easily. Пошли отсюда. Ну да. Она сделала вид, что нас не заметила. Ага. As loud as a real orc drum. Так. Вроде ничего нового не появилось. Что там? Есть какие-то изменения? О! Ушли. Товарищи свинтили. Can we reach the Red Lake at last? Follow me without attracting attention. Хоп-хоп-хоп. Прикольно. Так, то есть нам надо было туда как раз. You're not the kind to give up easily, are you? Yes, that's me. Да, я такой. А, ожерелье! Что за фигня? The Red Lake. No explorer to be seen anywhere. Maybe there. Hello? Not so loud, the orcs. Действительно. Опа. And who might you be, youngins? What? Гадкий лепрекон. Ага. Что у нас тут есть? Мы жерелье не забрали, и там еще табак лежит. Да. Интересно. Но у нас здесь еще куча всего. Цветы. Please let her sleep. They're probably not getting enough sunlight. Так. С чего бы начать-то? Прям разбегаются. Давай вернемся, посмотрим, что там есть. Ага. На секунду. Поддерживаю. Ожерелье забрать. Угу. Тикс. Ожерелье. О. А я почему-то думал, что камешек нужно будет выколупать. Щит. А щит-то ему зачем? Еда. I'm not lugging around the whole roast. А, понятно. Кусочек отрезать. Ну да. Это, наверное, собаку. Собаку? Отманивать, не? А. One piece should suffice. Я думал, то, что это жарят. Так. Так, что у нас еще осталось? Тут. А, вроде больше здесь ничего такого не было. Тут еще коняшка вот стоит, непонятно. Хлам какой-то. На коняшке будем убегать. Оба, что ли? Это пони вообще. Ну, на пони будем убегать. Какая разница? А, украшения, щит. Вот, опять же, сумка для корма. Угу. Мясо такими лоскутками порезал. Ну-ка. Прям. Even when there was still something in there, it wouldn't have been meat. Отказывается. Ей туда корм, что ли, нормально надо насыпать? А где его взять-то? Ой, где там все балдеют. Ага. Орский бог, проливающий кровь. Круто. Бестолочи. Табак. Так. Я думала, на щит положу и пододвину так аккуратно, чтобы он меня не, это, не засек. Ага. О, смотри-ка. A small orc and bulldog. Собака, на. Да какой-то он не охранный пес вообще. Ему вообще, по-моему, фиолетово, лишь бы не трогали. Ага. Ну, все. Табака. Табака. Пока табака. А зачем нам табак? Какого фига я тут его добывала? Не знаю, не важно. Вот тут еще, видишь, пропасть. Ну, вижу. I'm not going to climb down there. А зря. The smoke is not a good sign. А, то есть ему-то его там дым смущает. Ага. Угу.
Так, так. Чаши эти дурацкие. Зачем-то? Может, в них табак сыпать? Зачем? Или в них и так уже табак? А я не знаю, что там, не вода знаю, или, может, или просто курица, все. Угольки. Сейчас проверим. Уже полно, но точно, то есть это получается, наверное. А так бак в корм. Я вот хочу попробовать, да. That doesn't help. Может, наоборот? А думаешь, есть разница? Возможно. No time to experiment. Понятно. Так. Смотри, даже не горит, если ничего сломанного нет. Угу. Гвиндлинг would not approve. Ожерелье может сломать. Или тоже не ломается. Гвиндлинг used to keep his pipeweed in a pouch like this. Ага. А с ожерельем? Что с ожерельем? Ну, что скажет про ожерелье? What are the orcs doing with a bracelet? Must be the spoils of war. Одеяло. Понятно. Сумка. Так, ладно, пойдем к лепрекону. Вроде собрались здесь. Хлоп. Да, похоже, надо дальше двигаться. Как-то, что-то, где-то. Здесь еще собрать надо. Really? Why, yes. Оп. And that's how, after 700 winters of loneliness, I finally... But I'll tell you the rest later, my child. The turnip face is back. Так. Че, обзываемся? Не понял. Че вы тут без нас делаете? Ага. Репоголовый. Now she can come with us. Нормальная такая. Ага. Бабочка. Цветок. I'm not risking my life for a plant. Ворона попросить. Красный камень. The rock is bleeding color. Опять красный камень. Что? Странное растение. И еще его поковырять. Это кусается, походу, штука. Похоже, кусается. Красное озеро. Может, этому растению цветы. Как раз табак насыпать. Please let her sleep. They're probably not getting enough sunlight. А если смотреть, что это за цветы вообще? А, так я взяла, смотри. Да-да-да. Да, действительно. The lowly flower people remain in the shadow. What is this? It's an Auckland orchid. Don't believe him. Slime mold. That's what it is. Scatters slime everywhere when it's eaten. А моему вот сейчас сюда вот так. I guess it doesn't like it. Кто его спрашивает-то? Ну, с другой стороны, зачем нам... Чего? Зачем нам кормить его? В принципе-то. Что здесь еще есть? А-а-а. Прореха в скале. Надо с ним поговорить, я думаю. Ну да, наверное, со всеми. А, смотри, здесь есть бабочка, а есть цветок. Ага. А я навожусь, думаю, ой, странно какое-то растение в форме бабочки. Или бабочка в форме цветка. Я тоже думал, что это такое... Такое растение. The rock is bleeding color. Those stones have colored the whole lake red. Mm-hmm. Too far away. Так, а ворон-то нет. And all will be well when we've found the fairy scholar? I hope so. His research might help me use magic without pain. Then I could grant your every wish. At least that's what the fairy tales say. Perhaps the explorer can show you a way back into your world too. You'd be safe there. Stop that. I'll turn back at once if you don't. I'm not going back to my world. What's so horrible about your home? Is the fairy scholar human, perchance? You're trying to deflect. You are trying to deflect. Very well then, keep your secret to yourself. Where has the raven gone anyway? I hope nothing bad happened to him. If it were up to me, he shouldn't even bother coming back. But he's helped us many times. Did he? I just keep hearing him making snide comments. He warned us about the sad fairies. Well, yes, that one time. When he helped us with the orcs as well. Hmm.
In addition... Yes, all right, he's welcome to come back. Так, товарищ, что-то это... I'll have a further look around. Что за разговор, это я не поняла. Сам постоянно, ворон, помоги, ворон, помоги. Угу. Finally, we've arrived. I wonder where the fairy scholar is hiding. Так, что ты нам скажешь? You must be the scholar's imp, aren't you? No, I'm a Kappa Kaylee. A Kappa Kaylee, and you won't catch me. Do you know where his cave is? Do I? Do I? Oh, good. Where is it? I'm not telling. I'm not a snitch. Вот так вот. Что за манипуляция? Не знаю. Надо его поймать, видимо, что ли? Или чё? Эта штука, наверное, должна поймать, нет? Так она же его сожрет, если она поймает. Хотя он же вроде сюда вставал. Ну да, он на неё прыгает и как-то... Эй! Hey. You don't make friends easily, do you? You said it. Не понял, ты что-то взяла оттуда? А я не знаю. Нет, вроде. Look, I think these two are relatives. Там такой цветок, он, видишь, лежит. А, да нет. Мне кажется. Вот эта штука, что такое? Ну, в любом случае, цветок туда не это, не попал. Well, no. Как бы его поймать-то? This doesn't yield anything. The water will dry off soon enough. He must leave my stone alone. Ты чё вредничаешь там? Wise master, are you here? Just snow and rocks. No sign of a hideout. Так, ладно. А чё тут ещё есть, кроме вот этого всего? Так-то вроде ничего нет. Еще вот этих полить, но... They stay shut. Закрыты, видишь? Угу. А у тебя, кстати, это горит. Восстановление доступно, я заметил. Кстати, да. Что-то у нас сломанное есть? Да, вроде бы нет. Но может быть здесь на экране что-то можно починить? Может быть как раз цветы? No, I'll leave it like that. Да нет. I don't need magic for that. Nuri's spell won't help here. It would have to be broken first. Сломать. There's nothing missing here. Они все отказываются от моей помощи. Так, а если бабочку переманить? I'd rather not. Нет. Not this way. That's the same kind, no doubt about it. But these are closed. They're probably not getting enough sunlight. Солнечного света? Ну я просто не вижу здесь никаких вариантов. I've had better ideas. This will yield nothing. Not like this. Может, все-таки им как-то отразить? Huh? Нет. No. Not like this. А на цветок сам, на тот, где бабочка, если? What for? Perhaps I can make some shade for it. Ну-ка, не понял. Так, можешь закрыть вот так? The Lily Queen. Оп! The Summerling. Oh no.
We'll have to free him. I'm sure he's all right. Конечно. Ага. В порядке он. Let it digest for a while. Так, в порядке или пусть переварит? Может, ножичком там поковырять, я не знаю. Кошмар какой. Ага. What for? The Summerling is dead already. Понятно. Гадость. Теперь у нас есть слизь. Да. Нафига? А я не знаю. Слизь надо, наверное, на этот, на камень. И этот хмырь может подскользнется, когда он на него прыгнет. Может быть. What's he doing there? I'm only looking. Good. Because this is my favorite stone. Чё он твой любимый-то вообще? Come on, show us the way to the cave. No, I'm busy. Давай, скакай. Оп. А я думал, надо поймать его. Ну вот. Еще одного прибили. А, шапку потерял. Нет, смотри, живой. Nasty little! Why, that was quite a splash. You've ruined my pipeweed. It's all wet. Wet, wet, wet! А у нас есть табак? And you're bald, too. What? A bald head? Where is my hat? My hat? Well, imp. Такой смешной. Ой, какой, ага. I caught you, so you'd better take us to the fairy scholar now. Am I supposed to wander the world without a hat on my head? I want a new one. Where am I supposed to get a new hat? And new weed for the pipe. I'm demanding that too. Hmm. По голове ему постучать чем-нибудь. А что он там еще говорил? Табак, а ну сумка. А, слушай, смотри. Ага. Сумка для корма в качестве шляпы. Here's a new hat for you. It's not gaudy enough. No decoration, no pendant on it. А, я знаю, сейчас что сделаю. Так, табак, держи. Do you want this pipe weed? Yes, yes. I'm not choosy in that respect. The most important thing is that it stings in the throat. Табак забирай. Хорошо. Забрал. Ожерелье и сумка. Looks like the ceremonial baggy cap of the royal huntsman. Что там получилось? О, какая штука. Well, imp. Here's a hat for you, decorated and all. This reeks of horse drool. Oh, как. But it has some nice thingamajiggies on the rim. По-моему, она даже лучше. Ну, он тоже сказал. Да-да-да. Now you have what you wanted. Just one more thing. No, by all 12, not one thing more. You don't have a sense of humor, do you? Well then, listen carefully. 70 paces towards where the thistles have no heads. 21 paces towards where the sunbeams are bent in a circle. 9 paces towards where the mushrooms have wings. There you'll find my friend in a hidden cave. As long as he's not down in the maze near his fairy artifact, that is. That's easy. Come on, Geron. Ты что запомнил? What? Давайте шляпу у него отберем. Так. Пришли, что ли? И надо ли запоминать? Но... There's nobody here. Damn, that imp duped us. Wait, didn't he say the fairy scholar is examining an artifact deep down in the mountain? That's right. So we'll have to go looking for him there. But without a map of the cave system, we'll never be able to find him. Ух ты, в пещеру. Это как раз не карта случайно лежит. Угу. Рисунок. Сундук. Ниша. Ниша. Очаг. Банка. Это освещение, видимо, будущее, да? Хотя... Это не факт. Угу.
Рисуночек. What's that supposed to depict? Turn it around. There's nothing on the back. No, I meant the other way. What other way? Oh, you have no sense for art at all. Что там, что там? What's that supposed to be? It shows statues with swords. Perhaps a piece of art. Нам-то показали бы. Mm-hmm. Можно ее как-нибудь в экран тыкнуть? Вроде нет. Да, ну я понимаю, шучу. Так, сундук. Что там? Таблички какие-то. Obscure symbols, scrolls. I can't make heads or tails of this. What is this? There's something written on this one that I can't decipher. Оп. Упер. А почему одну только? Obscure symbols, scrolls. I can't make heads or tails of this. Ну ладно. Они, по-моему, каменные. Каменная табличка, да. Но представляешь все вот это вот таскать с собой? А почему одну-то? Какую? То есть выбор-то на чем вообще основан? Не знаю. Правильно. Что у нас тут еще есть? Ниша. Ниша. А это что? Странно. Почему ты ниша-ниша? О, очаг. У меня есть... Разжечь можно. Да-да-да. Все, здесь больше ничего нет? А банка? Что банка? А, ну, точно. Ты банка. Ее как-то пропустила просто. You have to free the summerling. I can't reach it. А, ну. Я не дотянусь. А Спокойно. Я дотянусь. You must free him. Вот. Do you always have to break things? А как по-другому-то? You wanted me to set it free. But not like that. Things shouldn't be broken. А мы починим сейчас. It's just a jar. Yes, just a jar. But at some point everything will fall apart. And everything will be dark and grey. Ой, какая вредная. Ага. Why don't you fix it then? This is the last time I'm doing this for you. That's what you said the day before yesterday. А, так это не он чинит, это она чинит ему. А я думал, это он чинит. Я тоже думал. Видимо, то есть у меня была мысль, что он, она тогда его разыграла. Но как-то не подумал. Так. Не знаю для чего пока, но... That doesn't burn anymore. It's all charred and burned. А, то есть... дерево надо какое-то. Ниша. The candle has burned down to a stump. А, this must have been used to illuminate the little grotto. Вот, вот здесь надо, наверное, сейчас поджечь. I'm not going in there. I might stumble upon a village of tiny folk. Я так понял, что свечу просто почему-то не перевели нормально. Even if I get the wick out of there, this candle won't burn anymore. Короче, нам надо где-то свечу добыть. Ну или что-то горящее. У нас одеяло, по-моему, промасленное говорили. Да. Ну, если сделать жалко. Вот так и вот так. Нюри doesn't like it when I break things. Ну вот. No, what use is that supposed to be? I can't think of anything here. А из очага не может? Может поискать там чего? Может что найдется? Only charcoal and ashes left. Уголь и пепел. О, что-то взял. Стоп, что-то взял. Уголь. Ну. Why should I? А в свечу, ну вообще я не вижу в этом логики. Ну да, anywhere. То есть как бы им, скорее всего, рисовать придется. Банка горит, смотри. Да. Ты можешь ее обратно сломать, но я думаю, не надо. А попробуй цветок в нишу поставить. Слушай. А, точно. Why, that's not a vase. Может быть, получ... О. Look,